На поле Академии «Спартак» имени Федора Черенкова сегодня проходит благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок Федерации». Его приурочили к старту международных соревнований FIFA. В матчах принимают участие команды от компаний, которые ведут бизнес в России. Среди непрофессиональных футболистов есть и сотрудники нашего телеканала. Кстати, лучших определяют не только на поле, но и среди групп поддержки. Интерактивные зоны для болельщиков, соревнования за звание лучшего пенальтиста и игрока настольного футбола. Программа рассчитана на всех, кто любит спорт. Есть традиция каждое крупное соревнование проводить любительский турнир. Проводили в 2014 году Кубок Бразилии, в честь чемпионата мира в Бразилии. В 2016 проводили Кубок Франции, в честь чемпионата Европы во Франции. Сейчас у нас Кубок Конфедерации, соответственно, такой же формат, только в любительском, можно сказать, ключе проходит турнир у нас. Собрали 16 команд, соответственно, вот они сейчас соревнуются. После турнира идем смотреть уже непосредственно сборную России с Новой Зеландией. За матчем можно в специальной фан-зоне, которую подготовили организаторы на территории ресторана.